Сегодня я хочу затронуть очередную провокацию армянской стороны о том, якобы Азербайджан ведет войну с Арменией, потому что она христианская страна. Уважаемые зрители, я хочу отметить, что сегодня в Азербайджане проживают представители более 50 различных национальностей, в том числе и армяне. Все живут мирно, молятся в церквях, синагогах и мечетях. Доказывать, что Азербайджан – это символ толерантности, думаю, абсолютно не стоит. Давайте лучше послушаем, что об этом думают представители различных национальностей из Азербайджана. Мой Карабах, ты улыбнись. Пришла пора встречаться. Снимал им 30 долгих лет. Не мог я улыбаться. Я счастлива, что дожила. Молиться я не перестану. Вперед, солдат мой, до конца. Горой за родину я встану. Азербайджан, ты родина моя. В душе моей ты навсегда. Шуша, ваша, пожалуй. Жду встречи с вами, как никогда. Не сплю ночами, все молюсь и жду конца с победой. Уверен, я к тебе вернусь. Не за горами это. Услышь весь мир, услышь планету. Нет ничего дороже света, над родиной моей. И чтобы не делал подлый враг на это. Мы вместе победим в борьбе за правду против лжи. Карабах – это Азербайджан. 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 Карабах – это Азербайджан. Это Азербайджан.